Таракан, таракан, тараканище. Отряд насекомых, которых известно более 7500 видов. Происхождение слова «таракан» в русском языке точно не установлено. А вот испанский народ ознаменовал насекомых как кукарача. Позже, получив английское происхождение, оно стало международным названием. Это малоприятные насекомые, очень живучие. Если отрубить таракану голову, тело продолжит работать, пока в нем остаются питательные вещества и вода. К тому же тараканы не сильно боятся радиации, так как устойчивее к ней более чем в 13 раз, нежели человек. Тараканы едят все, кроме отдельных видов пластика, стекла и железа. Пыль, грязь, пот, клей и даже опавшие волосы – все сгодится в пищу. Но больше всего тараканы любят сладкое. С вами канал «Планета Земля».